Сегодня я выходной. И сейчас я вам покажу, что будет с iPhone 6, если вы нечаянно его уроните под поезд на рельсы. Вон лежит. Сейчас проедет поезд, и мы увидим, выдержит ли такую нагрузку самое дорогое защитное стекло. Для этого мы специально договорились с водителем поезда, а именно с самим пилотом. Видимо, защитное стекло не выдержало даже такую небольшую нагрузку. И поезд, к сожалению, раздавил наш iPhone 6. И даже загорелся аккумулятор. Поэтому по проходу поезда в конце мы посчитаем, сколько будет стоить ремонт такого немного разбитого смартфона. Но для начала мы сделаем для себя вывод, что такие дорогие защитные стекла я больше покупать не буду, так как оно лопнуло сразу после одного колеса состава. Серьезно загорелся? Загорелся, да-да. Он прям нормально загорелся. Нормально. Ой, был iPhone. А, батарейка пухнула. Да-да-да, так она прям пыхнула. Да, вот это вообще. Потрогай. Да, слышь, нихера себе.